канале никто не приехал. Я с Москвы приехал в свой родной город, блядь, чтобы уйти со своими ребятами, потому что родина. Потому что президент обращение сделал ко всем. Чувашия Республикасından сәфәрбәр olanlar Украинаға мұхарбия yollanmaqdan imtina edir. Ona сәбәп çağırışçılara вәд olunan ödənişin verilməməsidir. Çağırışçılar ədalət bərpa olunmayana qədər hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyəcəklərini deyib. Военкомат, я пришел, сказал, мне объяснил военком, военный комиссар, что вы только туда, как приедете, в течение 2-3 дней, единоразовая выплата будет в размере 300 тысяч. А дальше уже будет. Давайте искать, кто нас обманул. Еще, блядь. Короче, расходимся. Нам ничего не дадут. Ребят, меня попросили провести с вами. Занимайтесь, все, давайте сделаем так. Пойдем, все, да. Бессмысленно.